Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 9 октября, вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании FIBA Group. В студии его ведущий Ярослав Голобор. Валютная пара евро-доллар. Первый торговый день недели можно ассоциировать с затишьем после бури, но так как сильного всплеска торговой активности на прошлой неделе не было, то следует ожидать увеличения волатильности торгов на текущей неделе. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество покупателей, так как укрепление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса и объемов торгов. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней остается ниже среднего значения за полгода, но и сегодня торговая активность может продолжить снижаться. Учитывая то, что в США сегодня выходной, активная торговля нецелесообразна. А сейчас перейдем к паре фунт-доллар. В условиях полного отсутствия публикации важных макроэкономических отчетов из Британии и США продавцы начали фиксировать прибыль по коротким позициям, но активность покупателей все еще остается слабой. Открытые позиции трейдеров указывают на преимущество продавцов, так как ослабление котировок пары сопровождалось увеличением открытого интереса, но объемы торгов снижались. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней остается в пределах средних значений за месяц и полгода, но и сегодня не следует рассчитывать на увеличение торговой активности. Развитие более мощного коррекционного роста все еще входит в условия основного сценария. А сейчас перейдем к паре доллар США-канадский доллар. Так как в США и Канаде сегодня банковские выходные, в связи с празднованием Дня Колумба в США и Дня Благодарения в Канаде, торговая активность по данной валютной паре может оставаться очень низкой. Открытые позиции трейдеров не позволяют определить общего настроения рынка, так как открытый интерес практически не изменился при умеренном ослаблении котировок пары. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней остается ниже среднего значения за полгода, но и сегодня торговая активность может снижаться. Качественных торговых сигналов все еще нет, так как банки США и Канады закрыты. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы «Фокус рынка».Финансовая группа поддержки.